для торжественного открытия построек. Докладывал студент международной категории Юрий Зеляков. Сегодня мы проводим первый международный кубок. Мы надеемся на процессу. Наша цель – пропагандировать здоровый образ жизни. Разрешите от имени себя, от имени ассоциации тоже поздравить, можно сказать, сегодняшним красивым праздником, праздником бокса и спорта. Также пожелать нашему здоровому другу компании «Иван Радиму» за такое красивое мероприятие. Хорошо, что наше подрастающее поколение любит спорт, занимается спортом. И это самое главное. Я всем желаю удачи, чтобы сегодня было что-то на этом соревновании будет сильнейшее. Уважаемые тренера, вам всем низкий поклон. Уважаемые судьи, вам низкий поклон за то, что уделили время, за то, что сегодня проводим вместе этот турнир. Удачи, успехов. Я надеюсь, что в дальнейшем, как уже Талабек сказал, что мы хотим видеть наших спортсменов на международных соревнованиях, на Олимпийских играх. Всем удачи и успехов. Спасибо вам, что вы приняли участие на нашем турнире.